Их труд всегда считался сопряженным с магией и колдовством. И вполне объяснимо, рождение новой жизни сегодня мы воспринимаем как восхитительное чудо. В своей профессии Ирина Чепелевич уже 34 года. Закончила Армавирское медицинское училище. Акушерство выбрала потому, что хотела быть полезной людям. Придя в медучилище, не знала еще, что это такое акушерство. Это медицинская сестра. Вот. А акушерство – это уже настолько тонкая и узкая специальность. Ну вот там старшекурсницы, девочки, рассказав, как это романтично, благородно, дети, рождение. Ну, это вот чисто вот такие еще юношеские представления, хотя это очень трудно и ответственно. Это, ну, то есть не каждый человек может отдать себя акушерству. После окончания училища приехала работать в Анапу. Здесь и осталась. Работу акушерки спокойно не назовешь. Роды проходят по несколько раз на день. И ежедневно Ирине Чепелевич приходится переживать какое-то необъяснимое чувство радости и счастья. Благодать исходит и от мамочки, и от такого теплого, хрупкого комочка, малыша, говорит Ирина. Чувство вот, удовлетворения, что раздался крик, появилась новая жизнь, радость и улыбка на лице женщины. Это и мы улыбаемся вместе с ней. Ну, самые такие замечательные чувства, конечно, испытываем с рождением детей. Эти переживания делают акушеров людьми особенными, более добрыми, что ли, отзывчивыми. Оттого, возможно, и глаза Ирины Чепелевич светятся как-то по-особенному.